встретили Екатерину Великую, пережили нашествие войск Пугачева и погуляли на ярмарке. Все это жители и гости Марпасада успели за прошедшие выходные. Там в необычном формате провели акатуй. Здорово, соседушка! Ой, все, ты тут за работой! Что делаешь, милая? Да хозяина в дорогу собираю! Историю Мариинского посада местные жители слышали от бабушек и дедушек, учителей в школе. Но, как известно, лучше один раз увидеть. Так подумали организаторы праздника Акатуй. Они поставили беспрецедентное театрализованное представление про развитие города. Сценой стал берег Волги и сама река. Деревушки, а вот издалека бурлаки тянут против течения тяжелое судно. В 1962 году город встречал Екатерину Великую, которая путешествовала по Волге. Отметила императрица, места эти славились ремесленниками, успешно шла торговля. Так прошли 10 спокойных лет. А потом пришла беда. Войска Пугачева, двигаясь в сторону Цивильска, разорили село. Прошли годы, село восстановилось. А в 1856 году по инициативе группы купцов и с одобрения Александра II стало городом, который получил имя царской супруги Марии Александровны. Представление отменно отличное. Вы знаете, вот эти вот одеяния из деревень, там все пришли. Вы знаете, вот изнутри все задело. У нас в сундуке у матери тоже есть и холщовые эти платья. И вообще у нас есть станок такой, который раньше бабушки ткали дома. Знаете, вот это до слез. Честно скажу, присутствовал на всех репетициях, но я потрясен тем, что сегодня произошло. Потому что все, кто присутствовал на этом празднике, сказали, что это просто великолепно, просто замечательно. Я очень благодарен всем сельчанам, горожанам, которые принимали здесь участие. Очень замечательно, как будто вернулись в историю своего любимого, дорогого города, который мы очень любим. И гордимся, что мы жители города Мариинский Посад. Ольга Пырочкина, Андрей Спиридонов, Сергей Адушкин. Республика.